В Архангельске превышен эпид порог заболеваемости гриппом и ОРВИ почти на 20%. За неделю в области зарегистрировано около 4000 заболевших острой вирусной инфекцией и 25 гриппом. Примечательно, что основная масса заражений приходится на детей от 3 до 14 лет. Всего же в регионе болеют более 14 тысяч человек. Уже госпитализированы 59, среди которых большая часть несовершеннолетние. Эпидемические пороги заболеваемости превышены по Архангельской области на 38%, по городу Архангельску на 17%. И в связи с существенным превышением эпидемических порогов с 3 февраля в городе Архангельске вводится комплекс дополнительных карантинно-ограничительных мероприятий. На карантин уже закрыта школа в Плесецком районе и детский сад в Пинежском. Помимо этого, отдельные детские группы и классы не работают в Мизенском, Котласском, Велигодском, Устьянском районах и в Северодвинске. Чтобы избежать заражения, специалисты рекомендуют употреблять больше овощей и фруктов, богатых витамином С, принимать противовирусные препараты, избегать больших скоплений людей, пользоваться маской и при первых симптомах обращаться к врачу.